Парни, девчонки, друзья, подписчики, всем огромный-огромный привет. Сегодня совсем небольшое видео. Хочу вам показать анбоксинг американских ароматизаторов, там основы и жидкости, вот этой всей гадости по тематике электронных сигарет. Значит, это очень хорошо, что я выкладывал видео вам про китайские жидкости. Много очень пользователей мне стали писать, что эти жидкости фонарь. То есть, ну, действительно, не 5 человек и до этого писали, но сейчас уже реально я решил над этим задуматься. Сказали, что лучше брать ароматизаторы и делать жидкости самому. То есть я делал когда-то жидкости, когда еще начинал только парить, это вот было 4 года назад, и мне как-то этот весь процесс не понравился. То есть сложно было заказывать основу, в Америке ее продавать тогда запрещали, я ее заказывал с кабины, а кабина, ну, Hell's Cabin, кто знает сайт по электронным сигаретам. Hell's Cabin потом перестал в Америку посылать, видимо, у них какие-то проблемы тоже были с почтой или с таможней. Вот, и в общем, в итоге мне просто основу вообще негде было покупать. У меня есть пропиленгликоль, естественно, и глицерин в здоровых бутылках. Я здесь покупал, с этим нет проблем. Он тут супер дешево стоит. Сейчас покажу. Глицерин и пропиленгликоль продается где угодно. То есть вот так он выглядит. Здесь вот сделан в США. То есть это я заказывал CB 99,9%. То есть какой-то там самый чистый. Я не знаю, сколько в этой банке, литр, по-моему. Вот. Или может быть даже больше. Не написано ничего. И глицерин, ну, глицерин я заказывал вот в таких вот баночках. То есть здесь тоже какая-то лаборатория Флориды, тоже американский, срок годности до 2017, кошерный, то есть USP кошер. Ну, вот такие они. То есть там их в одном лоте сразу гору присылают. То есть это вот у меня 3 сейчас остались, еще не открытые, но я уже открывал. То есть это я использовал глицерин и пропиленгликоль, чтобы разбавлять китайские жидкости. И в общем, на ютубе переписывался там с одним парнем и решил все-таки посмотреть этот сайт, где я заказывал ароматизаторы, и там появилась основа. Я, честно говоря, был в шоке, я не знал, что она появилась. Видимо, поменялось какое-то законодательство. Может быть, американцы поняли, что сейчас парят практически все, и всем нужна основа, и разрешили ее продавать. В общем, я зашел, в продаже она есть. Вот. Причина мне неизвестна, я заказал. В общем, я еще ничего не открывал. Я заказывал вчера, посылка пришла сегодня. То есть супер быстрая доставка, бесплатная. Но чтобы была доставка бесплатная, нужно заказать на $50. То есть мне... Я хотел взять вообще только основу там и пару ароматизаторов, потому что у меня еще старые остались. Вот, но чтобы взять бесплатную доставку, то есть я заказал там еще до $50 и нашел еще купон. То есть купон элементарно находится, набираете имя этого сайта, купон, и дает там купон, там, по-моему, 5% еще скидка. Вот. В общем, вчера заказал, сегодня получил. Так, значит, вот это вот, скорее всего, инвойс, да, то есть это все, что я вот заказывал. То есть смотрим, никотиновая основа, крепкость 100 миллиграмм, то есть это самая крепкая из тех, что у них была в наличии. То есть если я буду разбавлять 4 раза, у меня будет получаться жидкость 25 миллиграмм концентрация, значит, основа 50 на 50, 50% глицерин, 50% пропиленгликоль, стоит она 14,99. Дальше здесь я заказал набор для тестирования никотина. То есть я почитал отзывы по нему, обалденные. То есть этот набор типа любую жидкость. К примеру, заказали вы жидкость с Китая 24 миллиграмма. Но по вкусу она вам что-то не кажется, да, как 24 миллиграмма. Явно китайцы там разводят, добавляют там больше ароматизаторов, добавляют больше глицерина там, но меньше никотина, потому что, понятное дело, никотин дорогой. И вот с помощью этого
тестирующего набора можно любую жидкость проверить на состав никотина. То есть по отзывам люди пишут, что определяет очень точно и 100% всегда работает. Я сначала как бы сомневался, заказывать его или нет. Короче, 6,99, ну пускай $7. И дальше вот это вот идут все, собственно, просто разные ароматизаторы. Большинство ароматизаторов в этом списке это Innovera. Ну, как, я в них не разбираюсь, то есть те, что я раньше заказывал, они мне все не понравились, кроме одного вот этого табака Абсолют. Это обалденный вообще этот самый ароматизатор, он сделан из натурального табака. То есть табак там как-то выжимается, настаивается. Ну, я не знаком с технологией, но вкус у него ну просто рай вообще какой-то. То есть я не могу его описать. Он даже не сравнить с... Он воняет... воняет он, к сожалению, да, вот как табак, как сигареты, как бычки. Но это не сигареты и не бычки. То есть это просто вот такой вот натуральный ароматизатор. И вот то, что я вам говорю, тут получалось... То есть бесплатная доставка от 59,95 у них, по-моему. Я заказывал, у меня получилось 67. Это я заказывал больше для того, чтобы вот получить скидку. То, что я вам говорю, скидка. А, ну скидка, кстати, даже 10%, а не 5, то, что я вам сказал. Вот, то есть скидка 10% ECF форум. То есть набираете просто вот это ECF форум. Там, где в поле для скидки набираете вот эти вот, вот точно так же, как здесь написано, и 10% дают скидку. То есть я заказал на 67, 10% скидка, грубо говоря, там 60 получается. Ну и, к сожалению, тут есть налог, но тут уже ничего не поделаешь, потому что как бы больше я таких сайтов аналогичных не нашел, где такой огромный выбор ароматизаторов, основ и, в общем-то, там... Я не знаю, в общем, я брал все по мелочам, здесь ничего нету. Вот, значит, про основы я вам не дорассказал, так как я в них не разбираюсь, я просто заказывал те, у которых было больше положительных отзывов и все. То есть просто отсортировал по популярности и все самые верхние заказал. Но, как я вам говорю, я больше как бы любитель табачных этих ароматизаторов, поэтому я как бы фруктовых там совсем чуть-чуть брал. В общем, давайте смотреть. Значит, ну давайте начнем, что вот это вот такое самое крупное. Это как раз таки получается набор для тестирования никотина. Не знаком я с ним, парни. То есть вот как тестировать, здесь значит куча инструкций. Но это не на 5 минут, давайте уже тогда это не будем сейчас смотреть, потому что это затянется на 15 минут и в итоге испортится все видео. Значит, вот набор. И что у него тут внутри? В общем, вот это вот все внутри. Вот там получается два шприца, какая-то кислота и какое-то еще вещество. Вот. То есть вот это все плюс инструкции. Это я тогда положу все обратно, и мы это тогда... Потому что кроме того, что это посмотреть и рассказать правильно, это надо на деле потестировать. То есть я возьму просто этот набор, я возьму какую-то жижу китайскую и посмотрим, какая в ней на самом деле концентрация. Вот, откладываем. Дальше смотрим. Вот он, пожалуйста, этот самый никотин. Видите, он в бутылочке, сделан в США. Бутылочка в форме такой безбашенной канистры, то есть видно, как бензиновая канистра, вот. Значит, 100 миллиграмм на миллилитр, и здесь 120 миллилитров. То есть, если, к примеру, бы здесь было 25 миллиграмм, то это, считайте, пол-литра. Пол-литра основы, вот. Сделано в США, хорошо встрясти здесь написано. Ну, то есть, здесь рассказывать нечего, это никотиновая основа. 100 миллиграмм, это значит 10%. Здесь никотина. 120 миллилитров, это 12 миллилитров никотина. То есть, если одна капля убивает лошадь, то это можно убить, я не знаю, целые несколько стад лошадей. Вот, потому что 12 миллилитров, а сколько в миллилитре капель получается? Никотиновая основа, вот 15, которая долларов стоит. И вот это вот, собственно, все ароматизаторы.
Давайте посмотрим, какие они тут есть. И почему их так много, я не пойму. Я вроде так много не заказывал. Вот. Ну, это, короче, там еще на сдачу взял и иглу, и шприц, потому что... А, нет, игла и шприц, они вместе идут. Потому что у меня как бы, ну, есть, но они уже такие старые, грязные. То есть в аптеку идти, там, что-то покупать, короче, лень. Ну, я отсюда заказал, они тем более копейки стоят на сдачу. Вот, значит... Ну, я не знаю, с чего тут начинать. В общем, давайте смотреть просто все подряд. А, значит, что здесь? А, короче, оно нифига не фокусируется. А, значит, это Ханксен. Это та же фирма, с которой я заказывал китайские жижи с Фастека. Только это ханксеновские ароматизаторы. Вот. Концентрированный ароматизатор, написано. Храните от детей, содержит искусственные красители и ароматы. Все ингредиенты approved для использования by FDA. FDA это Food and Drug Association, то есть ассоциация еды и лекарств. То есть это ассоциация типа того, что у нас Минздрав, которая подтверждает все это. То есть если они подтверждены действительно этой ассоциацией и разрешены для продажи в США, значит, что они безопасны для здоровья. Вот. А то, что вы покупаете в Китае, там можно купить все, что угодно. Там FDA ничего не тестирует и никакого отношения к тем китайским продуктам не имеет. То есть если купили в Америке какой-то товар, он и так должен быть подтвержден FDA, потому что по-другому его здесь просто не разрешат продавать. Здесь очень с этим строго, просто наглухо строго. Поэтому как бы в них можно быть уверенными, ну, на 99%, что ими не отравитесь. Вот, это Ханксен. Давайте тогда сразу посмотрим все Ханксены. То есть первый называется USA Mix, то есть это табачный микс USA. Второй Хава Табака. Ну, я не знаю, я-то их не пробовал, то есть, как бы, ничего не могу про них сказать. И дальше вот их еще два. DJ Ram, это ром какой-то, я не знаю. И вот это Cherry Cigar, это вишневая сигара. То есть, это должно быть что-то табачное, но с привкусом вишни, вот. Так, все, Ханксенов тут больше нету. Значит, смотрим, что у нас тут, капучино, блэк черри. Я просто их хочу как-то по фирмам понять, но я не понимаю, что здесь, какой фирмы. Первый раз их вижу. Давайте, в общем, смотреть. Вот эти вроде похожи по пузырькам, вот эти похожи, вот эти похожи. Вот эти тогда, получается, ни на какие не похожи. Вот эти два, вот этот один и вот эти. Вот. А вот эти тогда, короче, какие-то левые. Давайте с них и начнем. Значит, что здесь написано? Концентрированный Capella Flowers. Натуральные и... искусственные ароматизаторы, сделаны в США. Smooth Tobacco. Smooth Tobacco – это мягкий табак. То есть табак с мягким вкусом. Ну и все. В баночке 13 мл. Вот их не адрес. Capella Flowers. То есть это там ароматизатор от фирмы Capella. Так, убираем. Дальше. Следующий. 10 миллилитров, 5-5-5 это аромат, то есть известный, знаете, 5-5-5 табачный вкус. Flower West, фирма, значит, Flower West. То же самое, концентрированный ароматизатор, то же самое, approved FDA, сделан в США. Вот, кстати, на Ханксенах, обратите внимание, не написано, где они... А, нет, написано, вот, сделаны в Китае, просто так написано, что тут не... разберешь, вот, еле-еле что-то видно, made in China. То есть ханксены
китайские, вот эти вот оба американские. Дальше Flavor Art, известная фирма достаточно, значит, аромат называется Soho. Я не знаю, что это, но, видимо, что-то фруктовое, потому что он какие-то ягодки. 10 миллилитров. То же самое сделано в Италии, парни, итальянский аромат. Вот. То есть у меня уже есть китайский, американский и итальянский. То есть есть что пробовать, с чем сравнить. Дальше вот эти вот Flowers Express. Не знаю, что тоже за фирма какая-то. Ну, просто фирма по ароматизаторам. Парлер какой-то. Я даже не знаю, табачный он или фруктовый. 10 миллилитров. То же самое их адреса Instagram, Twitter, Facebook. Сделано в Китае. Китайские. Значит, вот эти ароматы китайские. И вот он, этот табак Абсолют, про который я вам говорил. Но тот, который я заказывал, тот табак Абсолют, тот был американский. Он был в другой баночке. Значит, в общем, что-то поменялось. Вот. Но я заказывал с этого же сайта. Он был в стеклянном пузырьке. И точно он по-другому абсолютно выглядел. Вот. Ну, я не знаю, может быть, это такой же ароматизатор, просто другой фирмы и в другой распасовке, естественно. В общем, надо пробовать. Вот эти вот китайские, а вот этот, это тоже китайский, они оба китайские. Дальше Black Cherry Tobacco. То есть это получается табак с черной вишней. В общем, там у меня была сигара с вишней, а здесь табак. Сделано в Польше. Ну, я так понял, что вот это, наверное, иновера эти и есть, потому что здесь других как бы уже не остается. То же самое, сделан в Польше, тоже какой-то табак, Cavendish табак, не знаю. Капучино, 10 миллилитров, тоже Польша, и Вирджиния Табако, тоже 10 миллилитров. Короче, вот эти вот тоже Инновера, вот их получается. Может быть, они их просто оптом заказывают и здесь пакуют. И вот это получается то же самое. Инновера, Американ Табако, а нет, это уже другие парни, это уже немецкий. Сделано в Германии, фирма Jungle называется. Burley Tobacco, я не знаю, что это, листовой что ли табак, и American Tobacco, американский табак. То есть две немецких, получается, четыре польских Инноверы, две китайских, Yesig Express. А, так Yesig Express это и есть вот этот сайт, с которого я заказывал. А этот Flavor Express что-то другое. Хотя похожие просто у них абсолютно названия. И здесь получается 4 китайских Ханксена и еще 3 бутылки американских ароматизаторов. Плюс вот эта вот основа. Ну и тест для тестирования никотина я вам показал. То есть вот такие вот, парни, покупки. Не буду вас как бы больше загружать. Я просто не знаю, что еще с ними можно рассказать, показать. То есть если у вас есть какие-то идеи, просто напишите в комментах. Спасибо всем огромное за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, делиться с друзьями и добавляться в друзья ВКонтакте и также вступать в мои группы. Всем еще раз огромное спасибо за просмотр. Всем пока и до новых встреч на канале.